В канун празднования Всемирного дня книги среди издательских домов Бишкека был проведен ежегодный национальный конкурс «Искусство книги». В этом году было 7 победителей по различным номинациям. Все они получили дипломы и денежные призы. В честь Дня книги также был организован праздничный концерт с участием отечественных исполнителей. А для юных зрителей провели конкурс рисунков на асфальте и на бумаге, а также викторины. Кроме того, прошла ярмарка книг. Более 20 издательств представили свои работы. Это была художественная, учебная литература и словари. По словам директора Государственной книжной палаты, читать наши сограждане стали гораздо больше, чем, например, 5 лет назад. Особенно востребованными являются классические произведения. Последние 5 лет, я бы сказал, даже есть улучшения, лучшие показатели. Например, писатели жаловались лет 5 назад, например, если он издал книгу 1000 экземпляров, он продавал 2-3 года. А сейчас уже каждый год переиздается. Самая читаемая книга на сегодняшний день «Агындылар» — это Шайлёбек Эдушеева.